Ярославская усадьба представляет. Сегодня у нас 1 мая 2017 года. Идет монтаж теплицы капелька 2,5 на 4. Из трубы 20 на 20, стенка 1,5 мм. Окрашена в полимерно-порошковую окраску. Собираются торцы. Поликарбонат используется фирмой Сиалекс. Компания-производитель дает срок эксплуатации 15 лет. Так, где у нас? Снова здравствуйте, дорогие подписчики канала Уральская усадьба. Сегодня мы смонтировали теплицу капелька 2,5 на 4. Выполнена из трубы 20 на 20, стенка 1,5 мм. Окрашена в полимерно-порошковую окраску белого цвета. Теплица установлена на брус 100 на 100, пропитана антисептиком. Также были установлены дополнительные прогоны для усиления каркаса. Просьбе клиента. В торцах разрезные дверь форточки, также идентично здесь поликарбонат 4-миллиметровый с ультрафиолетовой защитой 0,82 плотности. Всем, кто сейчас смотрит канал Уральская усадьба, привет. Сегодня у нас 1 мая. Сегодня сделали теплицу капля шириной 3 метра, длиной 4 метра. По торцам, с одного торца у нас расположена разрезная дверь-форточка. Другой торец глухой. Каркас теплицы у нас сделан из профильной трубы 20 на 20, полимерно-порошковая окраска. Также в теплице установлена система подвязки по две нитки на каждую сторону. И форточный блок с системой термоприводов. Сама конструкция стоит на брусе 100 на 150, брус пропитан антисептиком и также закреплен колышками к земле, чтобы теплица не двигалась. 4 колышка. Это не первая теплица на этом участке. Первая теплица была тоже капля шириной 4 метра, длиной 8 метров. Поликарбонат также 4 мм, каркас теплицы из профильной трубы 20 на 20. Арки сделаны в виде ферм. Установлены две формуги у нас, коньковые, с автоматами. Теплица чуть больше года, теплица в очень хорошем состоянии. Все работает, клиент доволен, поэтому заказал другую теплицу чуть поменьше. На этом все. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем пока. Всем привет. Вас приветствует канал Уральская усадьба. Сегодня у нас 2 мая 2017 года. Два года назад клиент у нас заказывал тепличку. Капелька 3 метра шириной и 4 длиной. Сегодня мы ее удлиняли до 6 метров. Теплица у нас с двумя форточными блоками. Два автомата и два ручных открывания. Двери у нас купе. Что с одной, что с другой стороны. Клиент остался доволен как теплицей, так и проделанной работой. Капля 3М, 3 на 6, одна дверь цельная. И в торце форточка. Брус 150 на 100, дополнительные прогоны
Система подвязки. Марина, ну как теплица вам? Очень понравилась. Понравилась? Понятно. Вот все. Клиенты довольные. А как вы нашли уральскую усадьбу? Через интернет. На сайте на вашем. На нашем сайте, да, нашли? Понятно. Теплица капелька. 3x6. Брус 100x100. Полимерно-порошковая покраска. На теплицах капелька. Снег почти не задерживается зимой. Рядом стоит теплица арочная. Вся сломанная. Сломала снегом. На теплицах от уральской усадьбы. Шаг арки 1 метр. На этой теплице шаг арки 2 метра. Снеговую нагрузку не выдержала. С другой стороны форточка с дверью. Усадьба представляет. Сегодня 27 апреля 2017 года. Идет монтаж теплицы капелька 3x4, из трубы 20x20, окрашена полимерно-порошковую окраску цвет белый. Теплица устанавливается на брус 100x100, пропитанный антисептиком. Установлены арки, сейчас будут устанавливаться торцы. Уральская усадьба представляет. Сегодня 27 апреля, идет монтаж капельки 3x4, из трубы 20x20. Окраска полимерно-порошковая, цвет белый. Теплица установлена на брус 100x100, пропитанный антисептиком. Также в теплице установлены дополнительные прогоны по низу. По просьбе клиента. С двух сторон разрезные две форточки. Уральская усадьба представляет. Дорогие подписчики канала «Уральская усадьба», сегодня мы представляем вам теплицу капельки 3x4. Каркас теплицы состоит из трубы 20x20, стенка 1.5 мм. Окрашена она в полимерно-порошковую окраску белого цвета. Теплица установлена на брус клиента. Также установлены прогоны дополнительные по просьбе клиента. В торцах разрезные дверь форточки. Поликарбонат использовался, карбокласс усиленный 0,82 плотности с ультрафиолетовой защитой. Мая 2017 год. Установлена капля VIP теплица. Ширина 3 метра, длина 6 метров. Теплица по желанию заказчика установлена. Один коньковый форточный блок. Одна форточка торцовая, и на другом торце форточка с дверью торцовая. Теплица крепыш 3М, 3x3, две коньковые форточки, с одной стороны просто форточка, с другой стороны форточка дверь. Брус 100x100, покрыт антисептиком.
качественной теплицы с гарантией.